2017 год по обстановке на дорогах Славянского района можно назвать горячим. Многие статистические показатели значительно выросли. Стражи дорожного порядка обеспокоены складывающейся обстановкой. В преддверии начала учебного года они призывают быть более внимательными как водителей, так и пешеходов. Ситуация на дорогах – это производная, которая складывается из десятков факторов. Здесь и открытие новых маршрутов, и состояние дорожного полотна, и погодные условия, и, конечно же, человеческий фактор. Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения постоянно мониторят ситуацию на дорогах. Анализ прошедших 7 месяцев показывает нерадостные цифры. В районе было зафиксировано 99 аварий с пострадавшими, что на 13 аварий больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 22 человека и получили ранения 128. За этот период зафиксировано 900 дорожных происшествий, в которых не пострадали люди, а это на 180 больше, чем в 2016. Лето подходит к концу, но улучшение дорожных условий сотрудники ГИБДД пока не прогнозируют. Мы ожидаем значительное увеличение количества транзитного транспорта, который 70% его уйдет с Азово-Черноморского побережья через наш район, начиная ориентировочно с 20 числа. Не лишним в очередной раз предупредить уважаемых наших участников дорожного движения о соблюдении бдительности на дорогах. Вот, и проявление уважения к остальным участникам дорожного движения. Особенно остро встает вопрос дорожной безопасности в связи с тем, что уже через несколько недель начинается новый учебный год. Это время всегда сопряжено с повышенной опасностью для жизни школьников, которые за время летних каникул отвыкли ходить через оживленные дороги города. С тем ростом аварийности, который у нас зарегистрирован в Славянском районе, следует в очередной раз предупредить водителей к максимально бдительному управлению транспортными средствами, особенно в первые дни сентября, поскольку дать детям привыкнуть к дорожной обстановке, к дорожной ситуации. В это время по совету главного госавтоинспектора Славянского района необходимо проявить максимум ответственности всем взрослым. Родителям рекомендуется не просто проговорить с ребенком правила дорожного движения, а многократно вместе пройти к школе и обратно по самому безопасному маршруту. Водителям необходимо быть предельно внимательными вблизи учебных заведений. Каждый взрослый не должен оставаться равнодушным и стараться обращать внимание заигравшихся детей на правила поведения на дороге. Еще одна тема, на которой заостряют внимание сотрудники ГИБДД, это ограничение скорости на постах, которые расставлены в 4 точках вблизи станицы Петровской. Напомним, что необходимость их установки была вызвана тем, что в начале августа в поселении была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Сколько будет продолжаться несение службы, пока неизвестно, до устранения причины введения ЧС. Вот. Поэтому большая просьба проявлять максимум бдительности и следить за временно установленными дорожными знаками, соблюдать скоростной режим при подъезде к данным постам. Сезон отпусков и повышенного трафика подходит к концу, но впереди осенне-зимний период, который несет сложности погодных условий. Потому, чтобы обезопасить себя и окружающих, необходимо быть аккуратными, вежливыми на дорогах, а главное – соблюдать правила дорожного движения. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».